Перед вами черешня плакучая пендула. Такое вот компактное дерево с каскадом свисающими ветвями. Медленно растущее дерево. Эти листья яйцевидной формы, большие. Ветви, как вы видите, у нее вот спускаются до земли. Вот, и она вот таким вот красивым шатром стоит. Это черешенка. К почвам она не привередлива, на уплотненных почвах хорошо себя чувствует. То есть, но пересадка, она не очень хорошо переносит пересадку, и пересаживать ее желательно поздней осенью. Вот в данном случае вот это дерево высотой 1,90 м, до 2 м она высотой. И когда вы выбираете дерево, следует выбирать высоту штамба, так как высоту она не будет расти, ну, максимум на 0,5 м, так же как шелковица. Вот. А в основном ветви-то спускаются вниз. И, соответственно, если вы выберете маленький штамп, то и деревце у вас будет компактное, маленькое. А если выберете высокое, то будет вот как вот это рядом стоящее, оно до 2,5 м сейчас, 2,60 даже. Будет вот такой вот шатер потом, который будет спускаться до самого низа, вот каскадом. И будут разрастаться ветви в ширину. То есть сейчас они разрастаются и идут вниз, а в дальнейшем, как при укреплении ствола, ветви будут идти вширь и, соответственно, вот таким вот увеличиваться в своем диаметре. Но вот такое вот это взрослое дерево, ему уже около 4 лет. 4-5 лет ему. И вот такое вот оно красивое у нас. Заказывайте на Planty MD черешню плакучую.